К столетию республики подростковый клуб «Планета лидеров» столичного дворца культуры «Салют» запустил онлайн-квест под названием «Выдающиеся личности и достопримечательности Чувашии». Для старта необходимо зайти в группу «Планета лидеров» в социальной сети ВКонтакте и в комментариях к постам ответить на заданные вопросы. Интернет-пользователи уже познакомились с уникальными уголками нашего региона. Побывали на страусиной ферме в Маргаушском районе, полюбовались видами с Государевой горы в Мариинско-Посадском районе. Ребят также приглашают в национальный парк Чуваш-Вармани, Прессурский заповедник, познакомиться с биологическим разнообразием Чувашского края. Интересные факты и задания выкладывают ежедневно. В завершении квеста активных участников наградят сертификатами.